Всем привет! Купила я вот такой я твое средство, чудо-очиститель. В свое время он был очень хорошо рекламирован. Сейчас вскрою пакетик. Так, взяла на пробу килограмм. Он, значит, стоил сейчас скидка неплохая. Раньше он почти 400 рублей, сейчас 260 где-то стоит рублей. Были отзывы неплохие, давно лежал в корзине. Почему не попробовать? Есть что у меня помыть, постирать. Поэтому попробую, покажу. Не идеальная хозяйка я. Будем все пробовать. Что очистит, то очистит. Вот такие дела. Так, ну что, подобрала я грязную посуду. Будем тестировать. Будем тестировать средство. Значит, на противне. Здесь у меня запекались налестники. Возьмем бокал вот от чая, который абсолютно не отмывается. И посмотрим, что будет вообще. Будет ли какой эффект. Рекламировали прям супер-пупер. Что на самом деле? Что нравится? Вот зип, это застежка такая хорошая. На живущей. Ногтей нету. Так, такой вот порошочек белый. Ну, без запаха, можно сказать. Так, насыпаем 1,5 столовых ложки. Так, 1,5 ложки насыпаем. И заливаем кипятком. Вода должна быть у нас ближе 90 градусов. У меня чайник только вскипел. Посмотрим, что будет происходить. Обещают бешеную пену. Раковина как раз отмоется. Конечно. Так, реакция есть. Но не пообещали прям бурную реакцию. Потом все через... В принципе, он еще до конца не разошелся. И сюда положим наши бокальчики. Полоснем их. И еще воды добавим. Пускай полежат. Надеюсь, вот эта краска не испортится. Еще добавляем кипятка и оставляем на 15 минут. Так, и еще вот у нас тут чайник внутри тоже выглядит плачевно. Вода очень жесткая, попробуем тоже засыпать. Что будет, посмотрим. Так, что хочу сказать. Если так вот ложечкой делаешь, вообще реакция идет, но медленная. В чайнике, если так вот тоже шубуршишь, то тоже начинает что-то шипеть. Ну, такой вот прям бурной реакции, как я видела первоначально в видео, нету, что прям все пенится, шипит и выходит. Либо это надо класть на эту, на литр тройную какую-то дозу. Чайник поставила на огонь, пусть прокипятится. И посмотрим. Так, чайник закипел, тут чистится. Посмотрим, покипит тихонечко. Минут 15. Так, что могу сказать? Бурной реакции, как везде показывали и снимали, до этого не было. То прям все тут, вся чистилась, вся раковина по пути и лезла все через край. Пока горячее, да, была реакция немножко, потом стала остывать. В принципе, бокал очистился. Рисунок не пострадал. Тоже довольно выглядит неплохо. Не идеально, конечно, тот бокал лучше очистился. Вот здесь было на кружке нагар. И вот я чую, что вот пальчиком он стал стираться лучше. Сейчас еще немножечко прямо постоит. И я попробую потереть губкой. А здесь у меня кипит. Пока кипит, все пенится. И покипело, я отключаю.
Так, вот тут оно стало прям чувствуется мягче. Губкой сотрется. Ну, в принципе, неплохо. Смотрите, стирается, работает. Смотрите. Так, теперь, значит, с бокалами, в принципе, и с противнем справился. Стали намного чище. Теперь у меня есть вот такие вот чайные ложки, которые всегда очень сильно грязнятся от заварки и трудно очищаются. Сюда опять, ну и вообще всю посуду поставим, но особенно загрязненные чайные ложки. Такие столовые приборы нормальные остальные. Вот ложки от заварки отмыть невозможно просто так. Так. Делаем опять полторы ложки и сюда зальем кипятком. Положим столовые приборы и заливаем. Так, ну и вот крышечку я положила, еще вот такую крышку положим. Все тоже оставляем на 15 минут. Крышка в жиру, на гаре. Ну вот опять, видите, вот прям бешеной пены нету. Вот так вот делаю, появляется. Первоначально типа на видео она была. Ну, тем не менее, кое-что очистилось, это уже хорошо. Так, и вот еще в планах почистить такую сковородку грязнющую. Ну, наверное, не в этой партии. Сейчас еще водички погреем. Так, смотрите, от воды вот все равно как-то руки стали вот морщинить. Хотя я не так уж много была с этим средством. Все-таки одену перчатки, будет понадежнее. Так, и вот еще к этому всему делу хочу потом попробовать на тряпочке, которая уже очень сильно выжила свою жизнь. Потому что таких вот других вещей нету. Залить ее. Здесь пока происходит реакция. Такая небольшая, шипение, ворчание. Жир, в принципе, вот смотрите, пальчиком трогаю. Становится прям вот неплохо убирается. Ну, пусть еще лежит. Так, а ложечки маленькие. Интересовали. О, смотрите. Вот тут вот еще можно есть над чем поработать, а вот основной налет сошел очень хорошо. То есть с заваркой справляется. Сейчас посмотрим, как с жиром будет справляться. И вот застарелым нагаром. Тут еще мало лежало, хотя вот тут вот немножечко что тоже уже мягче становится. Можно, ну-ка, тряпочкой я потру. В принципе, стирается, смотрите. Ну, сейчас мы еще и сковородку большую сюда положим. Водичку. И будет нам с вами счастье. Отмоем всю грязную посуду. Так, смотрите, крышка довольно хорошо очистилась. Осталось только ополоснуть. Так, дальше достаем тряпочку, кинула, она немножко полежала. Так, вот тоже крышка неплохо очистилась. Включая то, что это очень застарелый жир. Ну, не все идеально, но намного чище стало. Это вот очень классно сковородки очистилась крышка. Так, ложки. Куда длинное у меня видео выйдет, скучное. Ложки, вилки. Ложки. Где они у меня ложки? И вот прям жир, вот видно, плавает. Жирку остался. Ну, смотрите. Вот самые грязные ложки были. Сейчас все ополаскиваю, и будет
все хорошо и красиво. Так, ну и самое интересное, чайник стоял дольше всего. Сейчас мы этой водой зальем тряпочку. Она у нас как раз тоже настоится, а мы посмотрим, что в чайнике. Так, ну видно, с известью не справился. Хотя стояла даже где-то минут 40. Тут надо чистить будет. Не размягчилось и ничего. Здесь лучше всего лимонкой засыпать. С этим, значит, не справляется. Ну, сейчас еще протестирую на тряпочке и на сковородке. Сейчас сделаем. Так, запотели. Насыпала сюда побольше, потому что сковородку очень грязная. Где-то 3 ложки даже поставила. И пускаем вот эту страсть. Ну, чудо особо не верим, но мало ли. Пускай постоит, посмотрим. Ну что, подведем итог. Тряпочка, в принципе, чище, но надеяться на какой-то бешеный результат не стоило. Но стало, естественно, значительно чище. Если, то есть, какие-то легкие, ну, средние такие пятна, не застарелые, вполне отстирает. Так, сковородка. Смотрите, значит, где прям хорошо попало средство, мне вот неудачно емкость, мне надо какой-то другой тазик, где прям лежало, все хорошо отошло. То есть, сейчас подальше сделаю. Вот так. Стало значительно лучше, как для поддержания, то есть чистоты. Если вы там раз в месяц обрабатывать, я думаю, все у вас будет хорошо. Буду пробовать где-то еще использовать средства. На ложках мне понравилось, на бокалах замачивать. Думаю, неплохое. Да. Сейчас она стала подешевле. Можно взять, попробовать для поддержания чистоты. Надеяться на какой-то супер-пупер результат, конечно, не стоит. И вот со сложными загрязнениями будет у вас все равно не суто гладко. Но это лучше, чем ничего. Вот такое длинное видео получилось. Всем спасибо за просмотр. Напишите, пользовались ли вы такими средствами. И нравятся они, будете брать или нет. Повторюсь, покупала все за свой счет, так как сейчас оно по скидке. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь на канал. Пока!